Так, ну что ж, всем привет. Сегодня я нахожусь, это у нас магазин Южный Тандем. Ну вот сейчас нагнетается ситуация с коронавирусом, то что необходимо, получается, делать прививки, делать еще что-то там, какие-то всякие меры. Но, как мы видим, вот у нас не соблюдается масочный режим. То есть вот я иду в маске как бы, ну а в основном этот режим, он, конечно, не соблюдается. Ну, в принципе, да, я так считаю. Как мы видим, ну как, ну опять же идет принуждение к этому, да? То есть лица людей, конечно, снимать нельзя, но я в общем картину покажу, что картина, в принципе, не очень. То есть вот мы видим, да? Вот люди идут, у нас без масок, мы видим, маски приспущены, закрывают только рот, и нос, в принципе, открыт. То есть получается то, что это у нас все бесполезно, эти меры по защите и по принуждению людей к уколу, это считается незаконным явлением. Ну что вы скажете на этот счет? Вот, то есть я вышел, то есть народ просто без масок идет, как мы видим, наблюдаем, заходит в магазин без маски, то есть никаких мер карантинных там, еще что-то. Это всем плевать, то есть мы видим, я иду, и здесь, естественно, никаких масок, ничего, контроля никакого нет на входе. То есть мы видим то, что магазин Южный никаких мер не предпринимает. То есть в тех местах, где написано то, что нужен, допустим, детская зона, если там написано, что вход только в масках, и особенно второй этаж, вход только в масках, и в чем-то, естественно, это ничего не соблюдается. То есть имейте в виду, то, что, естественно, никакие меры не соблюдаются. Все это просто показуха. И просто для галочки сделана вот эта вот компания. Вот мы здесь видим, это магазин Южный, Эльдорадо. Ну, здесь куча магазинов, людей. Вот это вот мы видим. Вот. Имейте в виду, здесь вам просто никаких проверок вас, ничего. Зато есть обязательно пункт вакцинации, который находится на втором этаже, где магазин Эльдорадо. Естественно, его я не нашел. Зато я нашел много людей с приспущенной маской, с масками, людей, у которых закрыт только рот, нос у них открыт. То есть вот так вот у нас отношения. Как говорят, сейчас пандемия, сейчас куча людей болеют, там по 20 тысяч в сутки в России. Но мы видим, вот Казань, естественно, никаких мер. Все спокойно, все ходят, без масок. Ну что ж, имейте в виду, делайте выводы, мотайте на ус, как у нас все это соблюдается. Всем здоровья, давайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до встречи. Пишите, что вы думаете насчет введения жестких мер по принуждению к уколу коронавирусом. Если принуждает ли вас уколоться на предприятиях, на организациях, что вы делаете с этим, как-то обследуете, что-то, какие-то у вас показания есть, либо же вы сдаете на антитела тест или еще что-то, либо же вы просто идете и делаете этот укол, там два укола, я не знаю сколько, и просто, в общем, вот в таком вот режиме. Как вы, что скажете, как вы себя ведете в данном случае, вот, когда вроде бы по закону, смотрите, по закону прививка, она не обязательная. Вот в Москве сейчас ввели, насколько я знаю, что прививка, она обязательная, там, так как там много число больных. В Татарстане такого нет. То есть укол не обязательный, делается по желанию, но почему-то в некоторых организациях происходит у нас принуждение к этому. То есть принуждают, да, принуждают и вынуждают делать укол. Да, даже до такого доходит. Иначе грозят просто увольнением.
или там еще какими-то плохими действиями. Так что имейте в виду, как вообще. Некоторых фирм ничего не делается, некоторые спокойно дальше живут, работают, некоторые вынуждены сейчас бегать, как я, сдавать всякие анализы, что-то там по своему здоровью. Я делаю выводы, можно ли делать мне прививку или нельзя, не умру ли я после этой прививки, еще что-то в этом роде. Вот имейте в виду также, как вы вообще считаете, как ситуация вообще, она вот будет меняться как-то или нет, ухудшаться, будут ли также в Татарстане вводить обязательную вакцинацию или нет. Имейте в виду вот это все, на ус себе мотайте и пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну что ж, я все в принципе сказал. Вот сейчас я нахожусь здесь, у нас магазин Южный, вот здесь у нас Стелла. Ну что ж, ребят, всем удачи, всем пока, держитесь. Не знаю, так ли страшный коронавирус, как его малюют. Мы все время жили без ковида, и вдруг он ковид. Как бы, и, ну, имейте в виду, как хотите, поступайте. Давайте, всем счастливо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.